В эти дни по всей стране ведутся работы по благоустройству махаллей, ремонту автомагистралей, а также улучшению их инфраструктуры. Только в Намангане планируется заасфальтировать 158 улиц. За процессом следит и наша съемочная группа. В процессах обновления происходящих в Узбекистане преобразований в приоритете обеспечение благополучия людей, создание достойных условий жизни. Благоустроительная работа охватывает даже самые отдаленные районы, к примеру, город Наманган. Несмотря на то, что здесь создана соответствующая инфраструктура, есть немало улиц, требующих ремонта. Кстати, для решения социально-экономического развития данного региона государством выделено более 300 миллиардов сумм. На 158 улицах Намангана запланировано заасфальтировать дороги протяженностью 200 километров. Работа завершена на 107 улицах. Проблема с дорожной инфраструктурой уже в течение 30 лет беспокоила и проживающего по улице Гузаль населения. Они рады таким изменениям. Мы очень рады этим изменениям. Невозможно передать наши эмоции и волнения. На сегодняшний день в нашей области, в городе Намангане, строительные работы на дорогах идут стремительными темпами. На протяжении многих лет мы пользовались этой дорогой, но таких условий здесь раньше не было. Смотрите, какие дороги стали красивыми. Люди по несколько лет ходили по разным инстанциям и просили, чтобы ее заасфальтировали, но никаких результатов не было. Теперь все по-другому. Кстати, ремонтные работы идут во всех районах области. В самом городе Намангане реконструкция завершена на 70%. На данный момент мы работаем на улице Гузаль. Протяженность дороги 1200 метров. Стоимость проекта 972 миллиона сумм. До сегодняшнего дня уже завершили работы на порядка 50 улицах. Толщина асфальта должна быть 5 сантиметров. Мы накладываем асфальт по 6,2 сантиметра. После третьей обкатки толщина в итоге составит около 5,5 сантиметров. Обратите внимание, еще в 2017 году для реконструкции и ремонта дорог на Наманганской области было направлено 73 миллиарда сумм. В текущем году около 500 миллиардов. Кардинально меняющийся облик, конечно же, радует наманганцев. А процессы преобразований, благоустройства и вид обновляющегося города позитивно влияют на настроение людей.